Привет! Сегодня мы повторим трюки, которые выполнял Сони в фильме или в другой вселенной. Никита и Руслан никогда не занимались акробатикой и являются полным нулем в этом деле. Для контраста против них будет выступать профессиональный акробат. Нубы против про сразятся за звание приближенного к Сонику. Если что, в этом видео я играю лишь роль профессионального акробата, как мне было сказано. Соник делает сальто вперед в воздухе, ловит ракету и швыряет ее от себя подальше. Давай! Только мне на лицо! Ты что, никогда не останавливайся перед препятствием! Преодолевай его! Мне жалко Руслана! Учтем! Вот что у Бэй было! Сейчас моя очередь показывать, как надо на самом деле это делать! Так, ребята, раздвигаемся! Сейчас пробное тестирование! Насколько я, спортсмен! Было страшно, но я притворился! Сейчас я покажу вам настоящий эпик! Готовься! По-моему, это было круто. Ребята, монтажеры, ставьте только самые крутые кадры, чтобы я не опозорился. Башка закружилась. А я тебя узнал, знаешь? По-моему, это ты не любишь ставить лайки. Пожалуйста, хотя бы в этот раз поставь лайк на это видео. А если ты поставишь, то мы снимем продолжение, только уже будем повторять трюки Человека-паука. Соник расслабленно падает спиной вниз и в воздухе переворачивается на живот. Для этого трюка у нас подготовлена специальная платформа, на которую нужно залезть. А точнее, запрыгнуть. Сможешь? Да, смогу, конечно. Ты что? Я вообще-то профессиональный батутер. Ой, о, залез. Так, Никита, что, твоя очередь? Мы команда. Да, команда. Я понимаю, что здесь очень мягко. Но если приземляться прям как Соник, то можно сломать себе шею. Ну, потому что, вот сами понимаете, положение тела слишком сильно изгибается. Специально для этого есть вот такой красный матрас, куда будет побезопаснее прыгать. Я привык на батуте прыгать, и здесь как-то не так. Главное без паники и спокойно. Покажи один раз. Все. Давай. Да, я живой. Ты промазал. Как будто чапалаха получил. Никто не мог, а я сейчас смогу. Нет, не смогу. Никита! Лови меня там. Ну, помог, так сказать, по-братски, чувак. Давай, Никита. Страшно. Я не смог! Я полагаю, ребята зарядили красный матрас своим непрофессионализмом. Тут есть лежит чистый, невинный, более мне по душе цвет голубой. Нет, не потому что я голубой, а просто цвет мне такой нравится, цвет неба мне нравится. Поэтому я предлагаю заменить красный неудачный матрас на голубой. А это все забери. Хоть ребята и говорят, что на него очень сложно залазить, на самом деле это неправда. Может, и правда. Как Лара Крофт, точно так же забрался. Ты точно снимаешь? Да. Будет стрёмно, если не снимешь, потому что я вкладываюсь в самый первый трюк максимум усилий. Ага. Лучше меня сделаешь. Лучше тебя сделаю. Тоже снимаешь, да? Все, отлично. Это снимает, та снимает, это снимает. Погнали! Трюк однозначно не пропадет даром. Как
Как вам, пацаны? Ну, слушай, нормально. Ну, у нас получше, мне кажется, было. У меня немного мозгу отбило так. Че, получше было? Да не, мне кажется, у Руслана лучше было. У Руслана лучше? Да. Ты угораешь, ты видел, как он провертелся? Я считаю то, что моя команда победит. Да, понятное дело. Как ты себя утешаешь, чтобы, ну, не в сухую, так сказать, проиграть профессионалу? Соник преодолевает преграду сальтом вперед. Специально для этой сцены мы подготовили вот такое вот ограждение. Я бы сказал, это даже, наверное, чуть-чуть побольше, чем у Соника. Наверное, но они будут задираться. Сейчас пробуют нубяры, новички, а потом пробует профессионал это дело сделать. Готовы? Да. Сейчас я плюхнусь. А как там надо? Еще раз хочу. Сказала бы бабушка твоя, если бы была рядом. Но я скажу, это нет. Полный отстой, это говно. Первый был. Сейчас было. Я хорошо сделаю. Ну более-менее что-то есть. Я уже почти захотел хлопать тебе, Никита. Руся, твоя очередь. Одна проблема есть только. Какая? Я сальто не умею делать. Просто перепрыгни хотя бы. Ладно. Нам так чисто для результата. Ладно, я постараюсь. Илюха, отбегай подальше, я сейчас буду прыгать далеко. О! Вот так только. Связываться называется. Ребята, на самом деле, вообще не то, что надо. Ребята исчерпали все свои попытки, говорят, все, больше не хотим этот трюк делать. Попробую я. Я, как всегда, делаю один раз, но делаю это очень четенько. Не знаю, что у меня на самом деле получится, но надеюсь, это получится. Подтянем штанишки побольше, повыше. Ну, дай бог, чтобы шею себе не сломал. О, спина! Это не была неудачная попытка. Сейчас еще раз попробую. Немного не добежал, как надо. Сейчас попробую. Я забыл, а ты нажал красную кнопку подписаться, чтобы просто поблагодарить меня и не пропускать мои новые видео. Вот так вот. Ну, в принципе, это была неплохая попытка. Голова будет, правда. В принципе, ок. Надеюсь, повторили. Ты что, звездочку делал? Я готовлюсь к новому трюку. Соник делает кувырок назад с последующим сальтом назад. Выглядит зрелищно. Помнишь, да, как делать? Нет. Кувырок назад и сальтуха назад. Кувырок назад, а потом сальтуха. Может, еще раз дать посмотреть? Точно запомнил? Ну, ты точно запомнил. Скажи на камеру, что ты точно запомнил. Я точно запомнил. Все, делай. Все. Делай. Смотрите. Смотрим. Делаю, выполняет профессионал. Руслан, а ты точно запомнил, как это правильно делается? А, не совсем. Да, я понимаю. Не без травм в этом ролике. А Никита? Двойной кувырок. Че, как смогли? Мне кажется, ребята во время того, когда смотрели на трюк, они от испуга закрыли глаза и вообще его не видели. Потому что, ну, это прям вообще не то. Мне кажется, вот то самое будет. Вот прямо сейчас покажу, что надо было сделать. Профессионал покажет. О, вот так вот будет грамотнее, да? О, нет, это неудачная попытка. Сейчас еще разок. Ты что, снял хотя бы? Снял. Все. Ребята, вы вообще видели? Все, как тебе? Я не видел. Они просто угорают уже надо мной. Наш голубой друг падает с высоты и будто цепляется за воздух. Затем просто сворачивается калачиком и в воздухе делает сальто. Блин, мне кажется, то, что я это, без ребра остался после предыдущего раунда. Я без лопатки. Че, ну все запомнили этот трюк. Да. Я думаю, я первую начну, попытаюсь что-нибудь сделать. Там свободное падение, кувырок. Да, ничего сложного, да? Да. Легко. Мне кажется, единственное, что Никита может повторить, это вот этот вот элемент. Все. Сейчас посмотрим. Ты сможешь. Все, заряжай, давай. Попрыгунчик! Мне понравилось, прям реально. Четко, красавчик! Красава! Да.
Неплохо! Ну тоже прикольно получилось. Но Никита, как мне кажется, пока что лидирует. Ну чё? Нормально? Какой ты из трюков нормально получился? Это понравился последний. Тоже. Последний понравился? Вообще четко сделал сейчас. А другие как тебе? Другие? Ну такое, конечно, у нас получше было. Судите вам, конечно же, в комментариях, чей трюк вам понравился больше, профессионала либо новичка. Главный герой нашего видео делает эффектное сальто вперед и отталкивается от стены. Вот наша импровизированная стена. К сожалению, у нас нету стенки, которая вот так была бы здорово наклонена, чтобы мы по ней пробежались. Но вот есть вот этот замечательный куб. Вот так суфлекс. Вот так вот его. Ты чуть камеру не сбил. Не, я хотел через этот суфлекс туда. Миллиметрик. Друзья, покажи на Никите, как суфлекс делается. Не, не надо. Мы с ним команда. Ты хочешь нас настроить против друг друга? Да. Красиво! А я не знал, что это так называется. Суфикс. Суфикс. Че, кто из вас первый? Ну, я думаю, Руслан на очередь. Руслан? Да, теперь я. Мы по очереди первый. Да. На самом деле, первый здесь я. Давай. Но я бы так не сказал. Сейчас мне сам Соник позавидует. Ты мне чуть пальцы не отдавил. Куда ты побежал? Че там как? Красиво! Я думаю, я лучше не сделаю, но я попытаюсь. Чтобы вы понимали, люди, которые не занимались никогда этим, это пипец как сложно. Может быть, это видео и посмотрят акробаты, скажут, нифига они нубы. Да. Может быть, я посмотрю на них, скажу, нифига они нубы, но все равно это невероятно сложно. Это очень сложно. Давай, Никитос, давай! Беги! Сейчас! Ой, красиво! Слушайте, Никитина версия мне больше, честно говоря, понравилась. У него хоть какой-то завершенный кувырок был. Я не знаю, что из этого получится. Может быть, полная хрень, дичь. Но стоит попробовать. Я перед этим напитков напился, короче, плохо мне сейчас. Тут уже друг Соника Наклз перепрыгивает с альтухой препятствие и во время полета разрушает тачку одной рукой. Что, держишь? Нормально? Да. Все, сейчас выполняем следующий трюк. Вместо машины у нас будет шарик. Ну что нашли? Что было под рукой, так как говорится. Никита пробует первый, потом они с Русланом меняются, потом Руслан меняется с Никитой и также ложится вот на этот матрас. Давай, 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 погнали. Я в тебя верю. Я в тебя верить перестал после первого твоего трюка. Не слушай его. Ай! Попытка номер 10. Она такая же отстойная, как и первая. Ну давай я сейчас попробую. Пошел! Давай! Давай я теперь попробую, Руслан, ложись, у тебя руки подлиннее будут, чтобы я, не дай бог, не проламывал, по Никите не попал. Голубой ежик делает разворот в воздухе и круто приземляется. Ну что, ты заряженный? Я да. Понял? Сможешь? Да. Давай, это пошел. Я тебе сейчас показываю, куда надо круто приземлиться. Вот сюда. Давай, все. Я только его зарядил, ты его перебил. Все, Никита, не слушай никого. Давай! Давай. Погоди, передний же сальто надо, и там развернуться, все.
Пошел. А? Вот это да, конечно. Нормально? Как тебе, а? А? Ну, это... Что ты на это скажешь? Это прям, ну, хрень полнейшая. Вообще дичь. Давай его тоже оскорбляй, когда он будет что-то делать. Так, между прочим, я не оскорбляю, я просто правки вношу. Ваши трюки. Давай, Руслан, покажи класс. Давай, Руслан, покажи класс. Давай, Руслан, сейчас покажет класс. Сейчас Руслан покажет класс. А? Как тебе? Вот это прям хорошо было. Вот это прям то, что надо, зрители. Вот это тот самый сок, ради которого ты зашел на видео. Пахнет вкусом проигрыша, Андрей? Нет, пахнет потом от ребят. Слишком. Это от него пахнет. Да потому что я стараюсь больше, чем они. Ребята, это обоснованно. Я тоже стараюсь. Ты видел сейчас, что было? Ну, после того, что я вообще видел от проделок профессионала, как бы это хрень полнейшая. Что, вы серьезно? Вы хотите, чтобы я это делал? Ты хочешь, чтобы я это делал? Сможем. Конечно. Давай. С закрытыми глазами могу. Давай, закрытыми. Нет, с закрытыми ничего не видно. Я снимаю. Что, нормально? Дал жару, нормально. Что, жарко стало, да? Но... Охладить? Мне кажется, мне, вот честно, я не видел свой трюк со стороны, но у меня там так все высоко и крутилось, что мне кажется, мой трюк был лучше. Слушай, да, согласен, у Руслана лучше было. Реально у Руслана лучше было? У Руслана лучше было. Да, ты, конечно, они в команде, понимаете? Два человека против меня одного, они в команде, я без команды. Вот давайте голосуем, у кого лучше? У Руслана? Два. За у Андрея? Один. Ну, мы победили. Да, балл, значит, нам. После того, как Соника толкнули, он сделал сальто назад с приземлением на руки. И следом обычное сальто назад. Никита, можешь не прыгать? Меня укачивает. Нормально, ты же акробат. О, господи. Я же говорил, что на газировке перепил. Тихо. Мне кажется, в какой-то момент... Инструкцию я не читал, что нельзя вдвоем на батуте быть. У меня все выльется. Вот так вот. А ты что сделал? Спрыгнул к вам. Эпичное появление! Давайте! Че, кто из вас первый сейчас? Че, получается, ты? Ты уверен, что хочешь это делать? Нет. Это вообще, это эпичное, что будет. Так даже человек-паук не умеет. Не то, что Соник. А? Это еще раз могу. Нормально все? Нормально, живой. Видно, да? Это я вспотел, пока на тебя смотрел. Видишь, как потненько, да? Страшно за тебя, честно говоря, вообще. Страшно вообще. Такое ощущение, что ты какой-то... Ты что делаешь? Ты еще даже трюки сделал, уже убился. Ребята, живые мы отсюда не уйдем. И все. Я на все, что он способен. По-моему, это было ничего. Победа уже наша просто. Давай. Такие слова не пускай пока, раньше не. Не сказать бы, что это очень хорошо. Из 10 на троечку такое. У Руслана лучше! У Руслана лучше! У меня лучше, вот все говорят, что у меня лучше. Единственное, что у Руслана лучше, это борода, потому что у меня ее нет. А? Да? Ничего! Эми Роуз плавно приземляется с высоты сальтухой вперед. Самое главное, это перебороть страх высоты. Ну, мы его перебарывали во втором трюке. В принципе, похожие, но разные. Да я этот трюк как семечку щелкну. Я его уже увидел. Свои косточки как семечки не щелкни. Ты ноги не отбил случайно себе? Нет. Что, я похож на человека-паука? Ты похож на обезьяну. Давай, Никитос. Прыгай, какашка. Я это что-то забыл. Я свернусь. Ты забыл прыгнуть? Да. Ну что-то такое, ну ладно. Че, Руслан, ты сейчас, да? Нет. Ты же не сыкуешь? Нет, конечно, ты че. Ну давай тогда.
Ручки в сторону и сядьте. Да. Проще простого. Смотри все. Ну меня что-то в бок потащило. А еще можно? Да. Можно? Можно. Давай. Ну как? Так же плохо, как и в прошлый раз. Ты будто бы лучше прыгни. Я не знаю, прыгну ли я лучше, но можно попробовать. Я не знаю на самом деле. Ну давай, посмотрим. Ты что, будешь камеру здесь держать? Да, давай, сейчас залезу. Так, ну я не знаю на самом деле, как это получилось. Ты видел это лучше, чем я. Фигня полная, Руслан, лучше там. Да пошел ты. Че, фигня, да? Да, реально фигня была. Я не знаю, вот на реплее будем пересматривать, посмотрим, какая там фигня получилась. Здесь очень жарко, очень вспотели. Трудимся дальше. Трудимся! Ребята, повторяем трюки из Sonic X! Соник с альтухой назад приземляется прямо на вершину горы. Ну, в нашем случае вместо горы будет большой кубик. Что ты скажешь, если мы сделаем сальто назад вот прямо на этот кубик? Соник анимирован в программе. И выполнить ли все трюки, которые там есть в реальной жизни, хрен его знает. Но мы пробуем специально для тебя. Special for you по-английски будет. Что думаешь? А, да я думаю, сейчас прыгну и встану, и все. Ты что думаешь? А я прыгну и не встану. Как учили, надо вспомнить. Тебя ручки. Никак не учил. Ручки вверх, коленочки согнуть. Пошел. Готово? Сейчас с такого положения залечу туда. Воу! Ё-моё, я думал не получится. Как-то все это странно выглядело, вам не кажется? Нормально выглядит, шикарно. Не видел, как я залетел сюда. Это прям очень сомнительно выглядело. Шикарно. Нормально, все нормально было. Это даже неестественно выглядело. Нормально, я сказал бы её. Вы хотите выдать за правду то, что правдой не является? Все правда является правдой. Тебе еще раз показать? Давай еще раз покажу, чтобы я убедился, покажу. Что ты все честно сделал. Давай еще раз покажу. Андрей, делаю последний раз, чтобы ты поверил. Смотри. Это будет намного лучше, чем у Сони. Погнали! Он перевыполнен задание. Все равно как-то сомнительно, честно говоря. Ребята, напишите в комментариях, я не знаю, по-моему, выглядело как-то искусственно, как будто это, я не знаю, какой-то монтаж, что ли. Не-не-не, никакого монтажа. Два раза подряд прыгнул на ноги. Я не знаю, ребята, это прям очень сложный трюк. Зачем организатор взял его в подборку, я не знаю. Никит, ты будешь выполнять его? Не, я не буду, что-то я посмотрел, это слишком сложно. Руслан выполнил уже. Вот, Никита отказывается вообще выполнять, я его, как говорю, хотя бы попробуй. Он говорит, нет, он спину, говорит, сломает себе и... Ну, вообще сниматься не будет. Ну, пусть что будет, так сказать, я не знаю. Не, у меня по-любому это не получится. Держишь? Да, держу. Только посильнее держи, чтобы профессионал не упал. Давай, давай. Руслан уже упадал. О, господи, нифига, удержался, смотрите, как скейтборд прям на волнах. Да, ты так трясёшь. На серфе так катаешься, когда, ух ты, вот так, точно так же, выжил. Она же двое. Соник мчится с бешеной скоростью, перепрыгивает автомобиль, делает сальто в воздухе и под конец завершает кувырком на земле. Я думаю, это самый легкий элемент. Как вы считаете? Я тоже считаю, что легко. Это легко? Ну, вроде бы у меня уже такое получалось. Раз у Никиты это получалось, и раз Никита отказался в прошлом трюке выполнять его, выполняет первый сейчас. Все, идеально. Нет. Не идеально называется это. Вообще, фиг пойми. Как это? Вот так вот. Что, Руслан, будешь пробовать? Да, конечно, давай. Че, нам нужны баллы, мы должны тебя выиграть. Так, не, ну подожди, если у тебя все болит, если у тебя шея болит, руки болят, может, ты не будешь этого делать? Я буду это делать. Ты уверен? Да, я заберу тебе этот балл, давай. Илюха, попробуй камеру убрать. Будешь делать? Да. Ладно. Ну, мы просто проверили, мало ли он на камеру так играет. Ну, давай, смотри. И
Друзей еще нет? О, как вам? Шикарно! Хрень! Мне тоже кажется. Фу! Я думаю, без лишних слов. Соник ловит Наклса и в воздухе кидает его сальтухой назад. Понятное дело, по бюджету было бы делать настоящего Наклса нерезонно. Поэтому мы вместо Наклса будем кидать вот этот шарик. Хватит меня спихивать. Ну как кидать? Кидать во время сальто получается. Лови. Погнали. Да? Да, с первой попытки. Если ты пытался сделать неудачную попытку, то у тебя здорово получилось. Лови! Ой! Словил! Ты сказал ля или сматерился? А? Ты сказал ноту ля или ты сматерился? Ля, я просто летел от уровня после ля и приземлился на ля. А я думал, ты просто материшься, но слава богу, ты не материшься. Не, я никогда не матерюсь. Блин, мне надо научиться только приземляться, вот и все. А знаете, что я умею? Знаете, что умею-то? Вот, смотрите, слушайте. Ставь лайк, если ты узнал, что это за мелодия. И напиши в комментариях, мне так интересно, ради интереса посмотреть, может, хоть кто-нибудь узнал эту мелодию. Два лайка, короче, будет один твой, из них один твой. Ладно. I love you, Sonic X. Кстати, Sonic X моя самая любимая игра детства. Кто не знал. Мы одинаково выполнили. Я, Руслан, Андрей одинаково, чисто. Профессионал! А так как нас двое, нам бал. Профессионал! Получается, мы тоже профессионал. Профессионал, Никита и Андрей выполнили все правильно. Нет. А, профессионал. Профессионал. Руслан и Андрей. Руслан, Никита и профессионал. Тейлз и Лиса эффектно перепрыгивают препятствия, которые катятся прямо на них. Но понятное дело, что камни это очень больно будет и очень травмоопасно, поэтому нас спасает очередной шарик. Да, камни это больно. Руслан, Никита, выбирайте. Давай, Руслан. Давай, Руслан, вот так. Я тебе подам мячик, давай. Получается, Никита сейчас кидает мячик в сторону Руслана. Руслан благодаря сальто должен увернуться от нашего импровизированного камня. Так, раз. Два, три, кидай! Ну получилось же! Получилось забавно, честно. Смешно! Я задел его? Ну чуть-чуть, да, чуть-чуть задел. Давай еще. Еще раз, давай. Два, три! Только не на жопу надо было приземлиться, Руслан, а на ноги. Нам нормально, балл. Это моя коронная точка. Давай теперь я. Раз, два, три. Есть еще раз. Раз, два, три. Три. Вот это прям четко было. Нормально. Никит, я не записывал, давай еще раз. Если эти кадры не были записаны, я отвечаю, Никита сделал очень красиво. Да, согласен. Раз, два, три. Давай еще разок. Раз, два, три.
Ну он что, перескочил, в принципе. Короче, да нет, давай считай. Третий раз, когда я третий раз вот так вот делаю, ты уже кидай, ладно? Да. Понятно, извините. Третий призывок, товарищ. Все, сейчас, подожди. Это было страшно. Немного не так, а ты что не кинул-то? Это второй. Так, раз. Ну чё, едем дальше? А теперь заднее сальто. Заднее сальто, да. Без проблем. Сейчас заднее, на счёт три так же, давай. Хорошо, красавчик. Теперь-то едем дальше. Да, все, поехали. Тейлз вылетает из пушки и приземляется прямо в мусорное ведро. У нас же это будет полноценная комната из батов. Все, давайте, ребята, на каменцы. Да, пофиг, я первый давай. Ну, давай. Раз ты первый, так ты первый. Знаешь что? Первый все равно буду я. Первый. Подержи вот этот мат. Давай, никто. А. Что, заряжен бомбик? Да. Давай, отобись на последнем раунде. По-моему, он очень сильно ударился головой. Всю комнату разбил. Хорошо, что это не бетонная стена была. Я все, больше не буду. Ты просто рыбкой в стенку влетел. Никита, там немного не так надо было сделать. Стена была выше, чем я думал. Фух, ну я думаю, лучше, чем у Никиты, я сделаю. Никита накосячит, Руслан исправляет косяк Никиты. Я пошел. По звуку было очень больно. О, блин. Там дырка между матов. Блин, он немного не в маты попал, а именно на пол. Ну получилось у тебя сальто сделать? Я не знаю, я не помню. Будешь еще пробовать? Нет, не буду больше. Ну все, короче, офигенно, офигенно получится у нас сейчас. Ребят, вы поддержите, нет? Руслан, ты что за жопу держишься? Да ничего так. Вам наверняка интересно, как этот трюк выполнит профессионал. Да? Интересно же? Интересно? А вот сейчас покажу. Я покажу. Так, так, так. Так, все, я готов, погнали. Ты че там, Андрей? Ты как туда залетел? Я старался не на пол падать, вот именно на мат, но немножечко соскользнул. Ну ты капец, конечно. Че, нормально получилось хотя бы? Да. Более-менее. Снято!